Мы живем очень хорошо. Большое спасибо Лукашенко. Дай Бог ему здоровья, чтобы он постоянно был нашим президентом, уважаемым. Нам стало хорошо. У нас это самое, город возродился. Нам жизнь стала хорошо, весело. Господи, мы Бога просим за Лукашенко. А такие лица, которые сейчас выступали, это оппозиция, их надо расстреливать просто живым, кожу драть на этой площади. Потому что они портят настроение, они не дают жить нам, молодежи. Они нас заводят в кабалу. Они связаны с Западом, который их финансирует. Это подонки, это не люди. Это, знаете что, это нету Сталина, с ним бы драл бы голову. Если бы нам кто дозволил бы, мы их сейчас стреляли бы. Это сидят преступники стоять. Преступники, которые не могут, мешают нам жить, мешают руководителю работать, который очень работает на правильном пути. Мне когда коснулось обратиться в одну оппозицию, которая занимала верха, она мне что сказала? Я вам помогу бумаги, все сделаю. Выйдите на площадь Ленина и поставьте чучело против Лукашенко. Я плюнула ей в глаза и говорила, да я буду падать, я тебе падаль поставлю, а не его. Это прекрасный человек. Это человек, который я хочу, чтобы по телевизору показали мать его, которая родила нам такого сына, нам такого защитника, нам такого спасителя. Господи, Боже мой, один человек в мире, это президент мировой, который не поддается ни Америке, ни позиции. Скотину вот их оппозицию бить надо. Вот они на площади, вижу этого Минска. Я бы взяла бы газ и их травила бы, живем еще давила бы. Как мягко поступает Лукашенко с ним. Уважаемый Александр Григорович, да поставьте их на место, этих подонков, этих недоделков, которые живут, для чего живут, которые их содержит Америка, которая разорить хочет нас. И он, слава Богу, после коммунистов, когда мы перешли на демократию, он нас поднял, он возразил нас. Господи, да вы спросите вот проходящему, кто стоит. Все Бога ему молят. Я до Лукашенко далеко, но я смотрю по телевизору, я бросаю на кухню все бросаю, иду, слушаю. И думаю, ну не показывают мать. Боже, да сделайте ему миллион охраны, чтобы его охраняли от этих уродов, от этих дураков, извините. Это вальтанутые, их надо звать в психушку, их надо лечить. Слушайте, если мне отняли льготы на проезд, я перед ним встану на коленке, как он правильно делает. Ходите, как он правильно делает? А вы, оппозиция, идите, я пойду пешком, но я не пойду быть предана американцам, что деньги вам содержат, передают. Бесстыжие вы. Вы просто... Блядь, вы ее, вашу мать. Вас бить надо, гады вы.